Тестирую пример рабочий с нейросетью Йоловой 5. Вот сейчас видим, что он узнает машины. Вот эта вот белая машина, которая в середине сейчас, которую он с аэропланом путает периодически. Это десятка. ВАЗ вообще силен. Так, что узнает? Деревья не узнает, дома не узнает. Достаточно уверенно узнает машины. FPS при этом примерно 4 кадра в секунду. Вот он на каждую кадр тратит примерно по 250 миллисекунд. Далее, вот узнает горшки, как вазы, комнатные растения, вот potted plant. Теодолит, вот ему почему-то кажется светофором, но он не уверен. Так, холодильник вот узнал, рефрижерейтор было. Раковину хорошо узнает. Так, белые всякие, кухонную утварь, туалет ему кажется. Апельсин, спортсбол. Ну, похож, да. Несквик. Узнает. Далее здесь. Овен, духовку узнал, молодец. Узнал духовку. Чайник. Чайник нет, туалет это у него. Так. И посмотрим. Но людей что-то на улице нету. Людей нету. Нет, есть человек. Человек есть. Вот там сейчас. А, person. Он person. Очень хорошо узнает людей. Прям вот даже вот так вот мерзко. Видимый человек, и то он его хорошо распознал. Людей прям распознает вообще просто шикарно, даже по кусочкам. Вот так вот работает распознавание.